Япония также присоединилась к международному субботнику в преддверии начала Дня Великой Отечественной войны. Международное движение «Волонтеры Победы» в Армении имеет большое число последователей, так как в Армении чтят и помнят подвиги и вклад наших дедов и прадедов в общую историю, в победу над фашизмом. Для Армении это важное событие, так как в годы войны на фронт ушел каждый пятый житель. В общей сложности более 600 тысяч армян участвовало в боевых действиях. Около 300 тысяч только уроженцы Армении. Для Армении это большая цифра, с учетом того, что население Армении на 1941 год составляло всего 1,5 миллиона человек. В этой войне армяне дали 64 генерала, 106 героев Советского Союза, 5 маршалов. Почти в каждом городе и селе были установлены памятные мемориалы в честь погибших воинов. И сегодня мы собрались у одного из этих мемориалов. Сегодня нас небольшое количество, потому что в стране эпидемия, и мы, соблюдая социальную дистанцию и все меры предосторожности, проводим этот субботник. У нас также были запланированы и другие акции, но они отложены в связи с тем, что мы не можем сейчас проводить массовые мероприятия, но мы надеемся, что в этом году все же мы сможем провести и отпраздновать 75-летие Великой Победы.